Всех приветствую на канале. Вот и выбрались на очередной коп. Сегодня втроем, в три прибора. Приборы все разные. Рождественский, сегодня 6 января. Зима лютует. Сугробы, минус 40. Вот. Ходим по Подмосковью. Первый сигнальчик был пуговочка. Ну такая, без рисунков, без всего. Не стал снимать. Вот. Сегодня интересное сочетание приборов. Терка, трактор и Сорекс. Вот. Приятно ходить с разными приборами, когда все разные. Ладно. Будем дальше снимать. Так, друзья, первая монета появилась на свет. Родилась, можно сказать. О! А, ну что, да. Но это не монета. Зеленая? Зеленая. Полушка. Хрена. Похоже. По форм-фактору. Смахивает. Смахивает. Нет, это Катя. Да, что-то. Это Катя со сбитым чеканом. О, смотри, а, зеленая. Нормально. Так, выпал у нас крестик вот такой вот. К сожалению, ушко сломанное. Ну да ладно. Пойдет. И вот такая хренобора. Друзья, подсказывайте, что это такое. Вообще не в курсе. Какая-то то ли обломок шпильки какой-то медный. Вот такое ощущение, что есть сигнал, да? Сейчас я звякну на этих. Ладно. Так, итак. Цель достигнута. Залезли в лес. Где-то тут была дорога. Но понять направление тут, видите, бурелом какой. Летом здесь, скорее всего, вообще невозможно ходить. Трава очень высокая. Очень высокая, но сейчас высокая. Нормально. Так. Сейчас поедем, сейчас пройдемся. Сигнальчик. Может, найдем. Сигнальчик. И на свет появляется 20 копеек, 61 год. Что-то там Димыч звонит. Ладно. Обалденно, конечно, в зимнем лесу. Снег повалил. Нечастый сегодня находочка. 20 копеек, 61 год. Итак, сигнал. Что там? 55. Трешечка. Ладно. Ходим, бродим. Ищем это направление старой дороги. Пока что-то непонятно. Одни поздние советы лезут. Копейка. 52-й год. Будем искать. Идем. Говорят, что-то не хороший сигнал. Опа! Это вообще средняк. Средняк? Это такая же, как мы в Юсупово нашли. Сергеем Радонежским. Большая. Ну тут вообще в зачет. Димыч один раз, но... Ну не это. Но с ледником. От души. Это да. Слушай-ка, откуда мы? Отлично. Thank you.
Итак, имперочка. Деньга вроде как более-менее живая. Мучить не будем. Но рельеф есть. Кто там? Вороны. Только волки да вороны. Где-то тут, вот, значит, этот был перекресток примерно, потому что вот подвеска серебряная. Сейчас покрутимся. Так, бродим, ходим. Что-то пока больше сигналов не было, вот совсем поздний совет выскочил. 90-й год, по-моему. Да. Ладно. Ребят, туда пошли дальше. Вот там где-то должен быть вот этот перекресток. Не дошли мы чуть-чуть. А я рано выключился. Еще две пятнашки из этой же ямочки. Года не видно, но тоже поздние. Тоже, по-моему, 90-е, что ли. А, 80-е и хрен знает какой. Ладно. Тут вот какое-то направление. Ну, это современное. Просто, ну, как современное, советское. Она в обратку ходит, да? Что у нас? Белончик. О, очень даже себе ничего. Сендинка у нас по серебру. Да, Сендинка отрывается. А я по поздним советам. А я вообще не указ. У меня там уже жопа просто. Оп. Одна я не отрываю. Вот, хорошо. Это у вас лесник. Этот, как его? Леший любит. Так, ладно. Нечастые сегодня монеты. Судя по всему, то ли полушка, то ли деньга. И у Любы там гирька. Странно. А тут вот буквально 10 метров и срач советский просто вот идет. Ну да. Ладно, здесь покрутимся. Так, вылезли из леса уже, сейчас чуть-чуть доходим. Монет вылетела. Ничего не видно. Ну да ладно, уж хоть так. Так, друзья. 3:30, темнеет. Двигаемся к машине. Она вон за той рощей где-то. Нечастые сегодня находочки. Оп. Ну, N1, а там грязная очень. Да, судя по всему, Николай Первый. О, пошло, поехало. Будь здорово. Идем. У меня там еще конина, шмурдина, всякая. Ну, это понятно. Ну что, дорогие друзья, мы походили, начался дождь, время 4:00. Находки раскладывать не будем сейчас на капоте, потому что, ну, дождь поливает. Что-то интересное будет. Фотки прикрепим. Вот. На этом прощаемся. Всем до свидания. Ну и не забываем подписываться на канал.